Лайфхак сигнализации Starline 93-63. Зима, холодно на улице, приехали в магазин, машину глушить не хочется. Как можно поступить? Приоткрываем дверь, концевичок как бы освободили. Все, на сигнализации вторая кнопочка, краткое нажатие. Все, прозвучал характерный звук. Выключаем зажигание. Машина, тем не менее, работает. Дверь закрыли. Все, ставим на сигналку, как обычно. Все, автомобиль на сигнализации запущены. Дымочек валит. Все в порядке. Пошли по делам. Вернулись. Открыли машину. Все как обычно. Как будто при автозапуске. Ключ зажигания. Повернули. Поехали. Кому помог, будьте добры, лайк. Всем мира, добра.